Друзья, чтобы не потерять нас, да, в наше нелегкое время, у нас есть еще каналы на Яндекс.Дзен и в Телеграме. Ссылочки на наши каналы вы можете найти в описании под роликом. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы приготовили для вас еще очень много всего интересного. У нас будет увлекательное путешествие по Шри-Ланке, ну и далее по новым странам, насколько это будет возможно. Поэтому подписывайтесь на наши каналы и поехали смотреть новый выпуск. Привет, друзья! Добрый солнечный январский день! Как вы уже знаете, мы отдыхаем на Шри-Ланке, и сегодняшний выпуск будет посвящен курортному местечку, наверное, одному из самых популярных, которое называется Унавотуна. Вот мы сейчас идем по этой главной улице. Такой променад до пляжа, да. Вдоль улочки, как видите, всякие кафешки, тук-туки гоняют, главное, чтобы по ногам не проехали. Да, но здесь нет пешеходных улиц. Здесь вот, ну, она и пешеходная, и по ней ездят и машины, и скутеры. Хороший Покадайл Варан Лейк, 5 километров. Да, предлагают на какую-то экскурсию поехать. Вот пока мы записываем вступление, каждый предлагает что-нибудь свое. Давайте я скажу пару слов. Местечко Унавотуна – это один из самых популярных курортов. Он расположен рядом с городом Гали, в 170 километрах от международного аэропорта. Унавотуна расположена в бухте и защищена от волн коралловым рифом. Поэтому здесь вообще идеальное место для купания, для отдыха с маленькими детьми. Здесь относительно плавный заход в океан. Очень-очень редко бывают волны. В основном здесь штиль. Поэтому это место любят отдыхающие. Ну, если вы, конечно, не серферы. В этом видеоролике мы постараемся максимально передать вам атмосферу Унавотуны, показать всю инфраструктуру, что здесь есть. Кафе, магазины, ювелирные магазинчики. Озвучим цены на одежду, да, шорты, майки, на цены в кафе. Покажем, конечно же, пляж. Кафе на пляже покажем. С дроном полетаю. Также здесь, на этой улочке, не только, очень много массажных салонов. Тоже мы зайдем, покажем вам ценники. Ценники мы уже знаем, ходим на массаж, любим, не так дорого. Этот часовой массаж в среднем на наши рубли перевести будет 1500 рублей. Ну что, вперед с нами на экскурсию по Унавотуне. И подписывайтесь на наш канал. Мы покажем очень много всего интересного о Шри-Ланке. Съездим на самые популярные экскурсии, покажем самые популярные пляжи. Расскажем, как мы и покажем, как мы искали жилье, какие здесь варианты есть, гестхаусы, отели, виллы. Также мы проведем видеообзоры супермаркетов, какие здесь можно купить продукты, какие цены на эти продукты. Расскажем, какой мобильной связью лучше всего и удобнее всего пользоваться. И обязательно ролики наши смотрите до конца. А почему? Потому что в каждом видеоролике, ну, мы решили, что мы здесь не будем прятать бутылочку с деньгами. Это, наверное, не тот курорт, где это будет актуально. Мы все-таки это оставим для Турции, Египта, ну, в общем, для отелей. Ну, чтобы был шанс не только, кто находится здесь, а еще удаленно могли поучаствовать в маленьком розыгрыше, так сказать. Мы будем в каждом видеоролике задавать вопрос, ну, скажем так, подковыристый вопрос. По теме видео. И первый, написавший в комментарии верный ответ, будут получать небольшое вознаграждение. Видим. Вот так что смотрите до конца, не пропускайте новые видео. Подробности о наших розыгрышах можно почитать в описании. Ну что, все, хватит болтать, все. Пойдемте смотреть на Унавотуну. Ира, смотри, застрял слон. Вась, слоников здесь очень много. Много ресторанов, кафе по этой улице. Прикольное заведение. Здесь можно посидеть, поесть. Хороший интернет, бесплатный фрим. Очень вкусно. Thank you.
Здесь можно поработать, хороший интернет. И прохладно, самое главное. Теперь заказываешь? Омлет? Капучино, панкейки. Вода такая. Есть пирожные, такие замечательные, эклерчики. О, какие красивые блюда. Пистути ела. Субао до снак. Капучино. Капучино. Как я здесь меню? Что мы взяли? Яйца Бенедикт, панкейки и два капучино. Все это нам вышло 3500 рублей. Ну и с этой стороны напиток. Да, вот такая улочка. Здесь с двух сторон расположены магазинчики, сувенирные лавки. Очень много лавок с сувенирами. Да, где вот прям при вас изготавливают всякие фигурки из дерева. Будды, их рыбачки, которые рыбачат на этих палочках. Эбован. Завтра будет готово. Было вот такое, а стало вот такое. Да, how much? Рупий. Это? Да. 10 000 рупий. Ну и также на этом курорте очень-очень много ювелирных магазинчиков, потому что на Шри-Ланке добывают сапфиры. Ну и не только, наверное, сапфиры. И самое главное, что в ювелирных лавках вы можете по очень выгодному курсу обменять доллары на рупии. Также на этой улочке очень много вот таких вот туристических киосков, где можете купить экскурсию. На русском языке. О, привет, земляк. Айбуван. Вот они все такие веселенькие. Вот также здесь очень много кафе с очень вкусной кухней. Пообедать вот в таких кафе гораздо дешевле, чем пообедать в кафе на пляже. На этой улице очень оживленное движение постоянно. Вот, они такие веселые. Да. Тук-тукеры предлагают тук-тукеры свои услуги. Привет. Куда? Не, снимаем. Куда, посмотрите, далеко? Не. Были уже. Очень много где делают статуэтки из дерева. Айбуван. Вот их тут же на месте изготавливают. Да. Картины можно также купить. Да, мы заметили, что здесь очень много продают картин. Тут в Гале видели целые картинные галереи, и там было очень много людей. Видимо, это пользуется популярностью. Вот на каждом шагу спа. Ну, спа, конечно, это громко сказано. Да, у них, как правило, там такая вот комнатка. Ну, покажем еще. Очень много вот таких лавок, где продают, ну, вообще совсем недорогие вещи. Для пляжа, мне кажется, самое то. Игорек уже который день не может найти, не могу, себе да, веселую рубашку. Все такие веселенькие, цветастые. А how much рупий? 1300 рупий стоит. 420 рублей, 430. Сколько в рублях? 430 рублей. Ну, 400 рублей? Да. Какую рубашку выбрать, мне уже никак не знаю прям. Ну, на самом деле, материал очень приятный. Они тоненькие-тоненькие, вот со слониками. Цветастые больно. Также здесь много очень для девушек, сарафанчиков, всяких веселых штанишек со слониками. Вот такие теперь у меня шортики веселые и ананасовая рубашечка. Теперь я истинный турист шри-ланкиец. Деньги у них красивые. Да, деньги у них очень красивые. И да, веселенькие. Как вам шляпа? Мы дошли до лавки с фруктами. Hello. Здорово, привет. Привет.
Сейчас мы вам озвучим цены. А манго how much? Вот эта манго это 400 рупий килограмм. 400 рупий. Зеленая вот это 320 рупий килограмм. 320 рупий это 350 рупий. Саусеп 350 рупий, да, ананасы. Ананас это 250. 250 рупий, а мангостин? Нет, рамбутан. А, рамбутан. Да, рамбутан. 800 рупий. Как называется? Рамбутан? Рамбутан. Рамбутан. Рамбутан? А вот этот фрукт как называется? Это эгфрукты. Эгфрукт. Вот этот фрукт очень похож на запеченную тыкву. Мне, кстати, понравился. Я первый раз его здесь. Я его здесь первый раз попробовала. Да, как запеченная тыква. Также вот у них... Это красные также, бананы. Да, есть красные бананы. Они, кстати, очень вкусные. Сколько стоят? Красные бананы 450. Вот это нет, и спили. Это вот эти спили, это вот красные. Вот эти спелые, это... да, 450 да. рупий. Вот, кстати, очень вкусные. Это маракуйя. Сколько стоит? Маракуйя 330 кило. 330 рупий килограмм. Арбузики? Арбуз 210 кило. 210. Ну, как-то... да. Да, здесь вот такие небольшие арбузики, но есть побольше, но мне как-то что-то арбузы не очень зашли. Силанган, они не очень сладкие. Маленький арбуз. Что такое? Это силанган картошка. Это картошка сладкая. Не, не, да, она, кстати, вкусненькая. Это не картошка, силанган это... Курма. Курма. Попробуй это. Давай. Да, и они, кстати, здесь все дают пробовать. Давай, я на диван буду. Сахарное яблоко. Сахарное яблоко? Сахарное яблоко. Да. Сколько стоит? Это килограмм 700 рупий, это килограмм. Это маленький, это килограмм много. Красивый, да? Реально похоже на яблочко, на запеченное, сладенький. Вот кокосик стоит 80 рупий. 27 рублей за бутылочку водички. Курица. Друг, аккуратнее, руку не отрубь. Это... очень твердый. Твердый? Да, это кушать. Вот это пип, потом кушать это мягкий, белый. Он полезный? Да. Говорят, жажду удаляет, хорошо. Удаляет? Удаляет, удаляет. Тоже привыкли пить кокосики. Полезно. Гестхаусы, как правило, внизу кафешка, вверху. А вверху комнаты. Под жилье комнаты. Да, и цены на любой кошелек. Можно очень скромненько и за $250 найти. Если вы решите снять жилье, можно по этой уличке походить, погулять и заходить в каждое место, отельчик, и узнавать. Да, ну и опять же торговаться. Да, и торговаться, да. По условиям, там коммуналка включена, стоимость нет, да. Везде по-разному. А теперь я пойду на шопинг. Да, вот смотрите, здесь все разуваются, мы тоже разуваемся. Это вообще молодцы они, конечно, они чистюли. О, прохладно, да? Кондиционер. Ну вот еще один замечательный магазинчик, он мне давно приглянулся. Здесь такой хороший ассортимент каких-то вещей, ну, пляжных для курорта, шорты. Вот смотрите, шорты. Вообще, мне кажется, отличного производства. Стоят, ну, такие вот я себе купила, стоят 1900 рупий. Вот такие вот футболочки. Я себе купила уже вторую. Они стоят, по-моему, 1300-1400 рупий. Также здесь огромный выбор мужских шорт, этих как бот-шорты, плавательные шорты. И качество неплохое, да, в принципе? Да, да, цены очень приемлемые. Ну вот именно походить здесь вообще, мне кажется, отлично. Также здесь есть лосины спортивные, ну если вы тут собираетесь заниматься йогой. И также здесь есть даже коврики для йоги. Я много видела объявлений, там, ну, спрашивают, задают люди вопросы на Фейсбуке, где взять коврик. А коврик можно взять в этом магазинчике. Можно взять шляпу. Здесь можно купить купальники, трубки, маски. Вот видите, вот там вот есть коврики. Мы, кстати, записались в спортзал, мы вам потом покажем. Ну, как бы тоже в этом ролике будет видео спортзал, куда мы ходим. Имейте в виду, очень хороший магазинчик. Он находится прямо вот в самом центре этой улочки. Приехали показать вам спортзал, в который мы ходим. В Унавотуне несколько спортзалов, но нам удобнее всего по месту расположения именно этот спортзал. Пойдемте посмотрим. В зале два этажа. На одном расположены все тренажеры,
А на втором этаже кардиозона. Беговые дорожки, эллипсы. Ну да, здесь вот такой антураж. Железная дорога, ездят поезда. Здесь поезда так быстро летают, даже не знаю, что страшнее, Crazy Bus или поезд. Абонемент в месяц стоит всего лишь 3000 рупий на человека. Еще один комплекс спа, так сказать. А сам такой популярный на этой улице. Да, называется Good Karma Spa. Мы сюда несколько раз приходили на массаж. Но, в принципе, неплохо. Ну да, раз на раз не приходится. Как-то они то нормально, то не очень делают. Ну да, вот смотрите, здесь вполне себе демократичные цены. Вот сейчас массаж всего тела стоит всего лишь 2900 рупий. Это меньше 1000 рублей. Делим на 3. Да, ну и вот так вот, и вот здесь вот весь прайс. Массаж Радхара, да, когда тебе льют масло горячее на голову, стоит 3900 рупий. Здесь же гестхаус есть, гестхаус. Пойдем посмотрим. Вот такой прикольный дворик здесь. Квартирки, комнатки. Ну, сколько раз мы спрашивали, да? Здесь нет свободных комнат. Мы сколько, именно да, в этом гестхаусе, да, да, много раз спрашивали, а все вот занято. Hello. Hello. А есть у это свободные комнаты? Okay. Есть? А сколько how much на месяц? А how much one month? Они всегда очень долго считают, чтобы как следует сказать, посчитать. Как следует посчитать, чтобы не ошибиться. I can give you $600 per month. Да, за $600 можно здесь снять комнату на месяц. А завтрак, это смотреть нельзя, looking? А это стирка, белье, стирка. Energy, water, all. Yeah. Угу. Yeah. А washing machine? Washing machine also, yeah. Есть, yeah, да? Yeah. And washing machine, hot water, air condition. Угу. Здесь же вам есть кресло. Очень удобное. Ну, вот такая вот комната с кучей спальных мест, с какими-то невероятными балдахинами. Такая, да, такая компактная, так сказать. Вот смотрите, здесь есть даже кухня, плитка. И это он стоит $600, оказывается, да? Да, стиральная машина в самом номере. Да. Это все удовольствие будет стоить $600. Без завтрака, со всеми коммунальными услугами. Ну, вот так очень даже, ну, очень душевые скромненько. Душевые у них такие все, без кабинок, да, как вы заметили. Ну и прям рядышком здесь такой дворик, можно погулять. Рядом эта улочка, знаменитый торговый океан, пару минут ходьбы. Здесь же йога-спа. Куда-то нас еще ведут, что-то, да, хотят показать. Дворик у них здесь. Какой-то. Комнату в лесу. Для релакса. В местных водоемах у них водятся крокодилы. Uh-huh. Есть крокодил? Есть крокодил? Дач канал, да. Как? Дач канал? А крокодайл? Крокодайл, но. Нет, крокодайл. Варан. Варан? Не злой. Да, кстати, у них мусор сжигается. У них такого нет, чтобы баки, урны, у них весь мусор сжигается. Это мы тоже недавно узнали. Это такой семейный, да? Да приват. Семейный, нет. Ну, такой вот совсем небольшой номер. Приват. Я даже не вижу здесь ванной комнаты. Ну, зато есть пенсионерчик. Кто такой стоит хамач на месяц или на день? Same price, 600. Тоже $600. А сколько же? Этому дереву, он говорит, уже лет 500. Очень старое, древнее дерево. Да, в этой небольшой комнатке туалет, ванна отдельно. Да, нужно спускаться и идти вот сюда, да, куда же ходят все с массажа люди. Да, сюда ходят все с массажа. Ну, зато отдельный приват, да, в тишине. Все, thank you. Окей, thank you. Ten for ten. Да, вот в этом кафе мы неоднократно ужинали.
Здесь очень демократичные цены и очень вкусно. Меню с картинками, как я и люблю. Да. Ну вот смотрите, соки стоят 300, самый дорогой 450 рупий. Делим на 3. Супчики, мой любимый том-ям. Как стоит? 700 рупий он здесь стоит. Айбуван. Вот, там при вас готовят. А мы идем на пляж отеля Тартаруга. Находится он в таком проулочке. Там неплохой отель, сейчас мы посмотрим. Но плюс его то, что он прямо находится около океана. Ювелирные вещички. Да, мы здесь уже живем 3 недели, но еще ни разу не заходили в ювелирные и не узнавали стоимость. Но я, если честно, вообще на курортах как-то опасаюсь покупать какие-то ювелирные изделия. Мне почему-то кажется, что будет сплошной обман. Здесь без этого так хватает. Ну, пойдемте узнаем. Он такой хорошего класса, да? Мы много уже повидали. Мы чувствуем, что здесь такой уровень повыше. Судя по ресепшену. Ну да. Солидненький такой. А how much one day, no, one night and one... Night. Да. Мы цену узнаем за месяц. Бассейн такой маленький. И вон там дальше океан, сейчас покажем, пляж. Ну, если снимаете на 3 ночи, нам дадут хороший прайс. Хорошо, окей. How much free night? Сколько стоит? Сутки стоит, да, на 3 сутки и на месяц. 3 ночи будет стоить 27 тысяч рупий с завтраком. В месяц будет стоить день 8 тысяч рупий с завтраком. Но умножить на 3. 30. Ну, 240 тысяч рупий. Бассейн, прям можно прыгать, но нежелательно. Да, здесь лежаки, ресторанчик, океан, пляж. Айбуван. Все местные жители такие шри-ланкийцы, веселые, ланкийцы, шри-ланкийцы. Отзывчивые, добрые. Как тебе отдыхается? Отлично, вот я заказала себе джус. Но они здесь не делают фреш, это больше на смузи похоже. А, с кефиром, вот, да? Да, имейте в виду, нет, это без кефира. Без кефира, ну, а то не любят туда добавлять кефир. Ну, там у них это есть отдельный вид, там написано. Это больше смузи, и просите, чтобы вам делали без сахара, потому что они да-да, любят сахара. Ну или воду могут налить, поэтому стараться, чтобы меньше сахара и меньше воды. Да. И вот такой вот вид на Североатлантический океан. Какой-то океан, я забываю постоянно. Мне на жаре память отшибла. Такой красивый вид. Айбуван. Ходят, продают всякие вещички. Непа елуа. Непа елуа — это вежливо отказать. На такой лодке. Даже как назвать ее, не знаю, байдарка, лодка. Они плавают, рыбачат. Самый лучший, наверное, пляж в Новотуне. Именно здесь. Он находится как бы в бухте, поэтому здесь нет опасных животных, крокодилов, всяких акул. Они находятся там, дальше за рифом. Вы видите, впереди камни, это риф. Ну, здесь люди купаются. Все отлично, кафешки, отельчики вдоль берега. Собака, привет. Унюхала крабика? Не бойся. Ладно, пошла куда-то по делам своим. Местные дети любят купаться на берегу, копать всякие ямки. Молодец, как гребет. Шум океана. Ожидание.
каждый вечер мы замечали здесь часиков в 4-5 начинает играть в волейбол. Также ходят, продаются такие игрушки такие интересные. Наверное, ручное производство, хотя вряд ли. Я думаю, покупают подороже, покупают подешевле, продают подороже. Кроме всего прочего, на этой улице еще есть барбершоп. Такой известный, наверное. Ну, посмотрим, как они нас сейчас оболванят. Я думаю, уже пора. И узнаем цены. Айбаван. Субау Дасанак. Можно постричься? Чуть-чуть. Такую же, как у вас, красивую стрижку. Можно сделать? И кудрявую, чтобы. Сейчас что, посмотрим, готов? Что получится. Давай, земляк, сделай красиво. Я думал, тебе маску одевают. Что был похож на шри-ланкийца. Да, интересно, что они там настригут сейчас. Ну, у тебя же не авторская стрижка. Уж не испортят. Я такую машинку еще в армии стриг. Для утонченной стрижки. Ретро. На друг. Стрижка стоила 1300 рупий. Все удовольствие. Под шри-ланкийца теперь похож. Так что, друзья, имейте в виду. Есть отличный барбершоп. Еще на этой улочке на торговой есть такая вот кафешка русская. Здесь борщи, всякие блинчики, вот фрикандельки, пельмени. Свободные номера даже есть. Наверху отельчик. Сейчас познакомимся с хозяйкой. Вот борщик оливье. Спасибо. Даже лучок. Как дома. Ну, скромненько, но очень вкусно. Также здесь можно приобрести творог. Потому что творога в магазинах нет. Вот такое меню. Есть оливье, борщ, котлеты, пюре, вареники, пельмени. Такая замечательная. Хозяйка здесь есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем рекомендую. Очень приятно, да, что вы ко мне заглянули. Приходите. Уже много раз здесь кушаем. Все вкусно. Имейте в виду, что здесь можно отведать русскую кухню. Да, поставь тоже геолокацию. Да. Вечерами мы частенько собираемся и играем в различные настольные игры. Играем или нет? Сидит команда, которая будет играть в мафию. Да, последний, присоединяйтесь. Друзья, хотим вам порекомендовать вот это вот Ело. Кафе, ресторанчик. Здесь работают муж с женой. У них есть свежие морепродукты, рыба, креветки. Можно что-то выбрать, и они вам очень вкусно приготовят. 450 рупий стоит тарелка, в которую вы можете накладывать неограниченное количество еды. Вот здесь вот в таких горшочках уже есть приготовленная еда. Здесь есть рис двух видов. Еще какая-то типа чечевица. Мини-шведский стол. Да. Несколько видов карри. Вот здесь вот стоят тарелочки и показано. Маленькая презентация. Да, из чего эти блюда. Это вот картошка такая, да? Да, вот такая какая-то штучка. Вот. Но они очень вкусно готовят. Здесь есть салатик. Специи. Ну, что-то, да, специи. Вот, и вы в эту тарелку можете за 450 рупий наложить себе неограниченное количество вот этой еды. Вот наш ужин. Мы заказали креветки. И, кстати, здесь полкило креветок стоит всего лишь 1250 рупий.
рис, карри, салатик. Даже принесли томатный соус. Так что будем ужинать. А вечером во многих кафе проходят дискотеки, играет живая музыка. Можно заказать себе свежевыловленные морепродукты. Посидеть в приятной компании, весело провести время. Ну, вот такой вот небольшой ролик у нас получился про Унавотуну. Мы надеемся, что данное видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока.